Друзья мои, Светлана возвращается. Такая уставшая. Я была только что в Конкорде. Отсюда не видно. Конкорд не видно. Ну, посмотрим, если я увижу. Друзья мои, как говорится, с дороги на бал, видите? Сейчас жду своего любимого мужа. Он должен встретить такую красавицу, чтобы ее не украли. Какой большой у нас гранд-парк. Несколько корпусов, по 4 корпуса, кажется. А, вон идет наш клуб. Так, у нас встреча не состоялась у меня с президентом, потому что и многие зашли, сегодня не оплатили, мы стояли час, не получилось, иду обратно. Устала, как собака. Расскажу потом. Посмотрите, какие красивые отели. Вот это Конкорд, вот это какой-то Фейм, вот это Дельфин напротив нас. Вы видите, красота какая? Дельфин Палас. А там легенда. Легенда, Ашким, легенда. Тут продаются все на евро. Тут таксисты берут евро. Мы вообще в шоке. 10 евро, говорит. Ашким говорит, что турецких денег нет. 10 евро. Дельмешкин, турпараёк, он евро. И вот это все в евро, посмотрите. Вообще, тут жизнь какая-то Европа. Европа, евро, сапёрвар, да. Красиво, правда? Детскую зону, посмотрим, что здесь происходит. Смотрите, какая большая территория отеля. А что здесь есть? Мы думали, здесь уборку делают, уборку, мороженое, кажется, продают. Очень много интересных женщин, аппетитных. Семьи здесь, я одна хожу на каблуках. Bayan aşkım. Mezun oldum. Bayan aşkım ne var orada? Uçuruz mi? Посмотрим, погуляем, что здесь есть. Вот таких каблуках трудно. Ben buraya kadar geldim. Игры здесь. Для детей все есть. Вода везде есть. Вода закрыли сейчас. А ты дондурма ладжас. Buradan сразу чудо. Сейчас мы перешли на коктейли, ходим, знакомимся с территорией отеля. И тут очень много кафе. Мне, конечно, на каблуках трудно, но не хочется подниматься домой. И только посмотрите, как люди отдыхают из разных стран, сюда приезжают из разных стран. Это конь наш, здесь самообслуживание. Мышкин тоже внутрь пошел. И сказала, что-то сладенькое хочется. Вообще, я так наелась, если честно. 7 часов у нас ужин. До ужина нету места. В принципе, сейчас 5:30. Я сижу, расслабилась. Пью коктейль. Хочется часок поспать. Балкончики красивые, да? Видите, какие женщины проходят. Тут они ходят так. Очень много полных, я заметила. Я впервые в такой ситуации. Мы были в Кемере. Там другая ситуация. Наш Кем что-то принес. Наш Кем не гетерден? Sadece 2 tane. Ya bir sürü vardı da. Ben fazla yemezsin. Fazla yeme diye bir de şey.
Bunları beğendim renk olarak. Renk olarak. Bu tuz, tuz mu? Tuz mu? Hayır, onun sosu şeyi. Hindistan cevizi herhalde. Sen de jöle. Jöle. İçeride de inan diyorum bak, acıkırsan karnını doyuracağın şeyler var. Ne var orada? Öyle hep böyle meze türü, böyle ufak soğuk meze türü şeyler var. Var ya. Yani. Kalabalık içeri. Yok. Bakayım ben. Evet, посмотрим, что внутри есть. Каком еда здесь? Пачма. Ой, почему я наелась? Горячая еда, прессованная, вы видите? Курица. Кавук. Боже, какая красота. Столько еды. Макароны. Соте, каламар соте. Как интересно. Картошка. Видите, тут, короче, еда настоящая. Макароны, короче. Все есть. Без кафе хотите? Кто раньше проголодался, мог тут поесть. Оливки какие, вы видите, перец. Салат. Обалдеть, мне понравилось. Если бы знала, сюда пришла. Какой красивый здесь туалет, и я такая милая. Не так ли? Наелась так. Животик, смотрите, какой наела. Заработала, заслужила Светлана так в отдых. Смотрите, пришли выпить кофе, и тут столько так. Венгуистиором. Эвет бардахла. Эвет бардахла, бардах. И Симо Магнолия. Да, там вам. А виртаны, да? Бу. Смотрите, какая красота здесь. Еще кирадыря. Такое я купила, посмотрим, что это. Купила, говорю. Взяла. Как красиво. Ой, мы наелись с мужем, напились, наелись. Идем сейчас в наш номер. Хотим чуть-чуть полежать. Ужин мы не хотим. Знаете, в каждом месте еда. А? Мороженое. Мороженое битмиш. Мороженое. А, борода варвар. Her şey var, kavga yok. Bira var, rakı var, kavga yok. Tuhaf olur. Belli ki götlere bakıyorsun. Değil mi? Değil. Değil, değil, değil. Belli ki... Друзья мои, я покушала, мужем покушали, он побежал смотреть футбол, бар, сейчас покажу вам, а я вот решила выпить кофе и баклаву. Смотрите, какое помещение, что я могу сказать, я просто обалдела от увиденного, столько было еды, столько разнообразия всего, просто обалдеть, друзья мои. Еда какая хотите. Ну, мы сегодня, у нас рыбный день. Кальмары, салат, рыбу. Ну, конечно, они не поели все, что набрали. Ну, как-то так. Сейчас я пойду за шкива. Тут еще фрукты. Видите, фрукты какие. Красота. Ну, нам уже нету места на фруктах.
кстати, сегодня, когда нас не было, нам в номер принесли 2 халата. Сейф есть. Посмотрите, вот так выглядит эта комната. Окно небольшое. Кровать. Ой! Кровать, смотрите. Салфетку положила. Видите? Вроде бы все есть необходимое. Это нам кто-то сюрприз принес и бутылку вина. Вот. Все есть. Мини-бар есть. Мы сюда поставили свой чемодан. Смотрите, какой красивый номер, хороший. Мы здесь уже поспали с ним. Так, что с окна? С окна ничего. Вот. Кстати, я смотрю, что сейчас здесь вечером программа. Смотрите, что-то здесь будет интересное. Надо, кстати, пойти посмотреть. Очень интересная программа будет. Там тоже видно. Так что сейчас пойду искать своего мужа. Но он, в принципе, я знаю, где. Он пошел в бар смотреть футбол. Но я его заберу оттуда, а потом будем двигаться, потому что мы столько поели. Кстати, мы немного поели. Мы взяли много, но поели немного. И у меня телефон разрядился, поэтому я вернулась. Я сейчас хочу взять свой телефон с собой. Зарядник. А, я вам не показала еще нашу мини-ванную, но она такая классная. Смотрите, я уже распоряжилась здесь, смотрите. Все нам принесли. Сначала не давали, а принесли даже щетки и все. Шампуни куча принесли. Вот, и свое я поставила, естественно. Так, фен имеется, это мой. Дали нам 2 халата. Очень странно. Вот, вот такой вот унитазик хорошенький, такая душ. Миниатюрное, все красивое. Мне нравится. На картинке все смотрится намного большом размере. Но нормально для семьи, да? Так что вот какой вот у нас замечательный номер. Завтра у меня собрание, и я пойду. Надеюсь, вам было интересно это видео. Ставьте лайки, пишите комментарии. И смотрите дальше. Решили выпить кофе по-турецки. Сейчас девушка вам сделает, принесет. Так хорошо здесь. Я смотрю, что здесь пенсионеры очень много. В основном сидят, беседуют, время проводят. Так приятно, что люди ценят себя и свою жизнь. И отдыхают в таком возрасте преклонно. Молодцы. Thank you.